чуть менее такой яркий, чем в чемпионате, но тогда мы согласны с этим. Кубок немного расслабляет, то, что есть ответный матч или другие. Да нет, никакой расслабленности абсолютно не было. Пытались играть, создавать какие-то заметки, какой могли. Какой-то расслабленности, мне кажется, говорить абсолютно неуместно. Просто, мне кажется, игра так сразу. Гол ответный Урала при вашем участии состоялся, небольшой рикошет. Как думаете, из-за этого Максименко не смог ничего сделать? И как вообще идти этот эпизод? Не знаю, конечно, из-за меня или не из-за меня, но пытался исправить ошибку. Перекрывал часть ударов, получается, мяч летел в дальний рикошет от Колян. Произошло так и произошло, то есть тут не могу ничего сказать. Нет, мы вас не обвиняем, без слова? Нет, я ничего, я говорю просто как есть. Это уже на усмотрение, может быть, Макси будет понятнее, виднее, как бы он среагировал, не будет рикошет. В целом, на ваш взгляд, объективный результат, ничейный, чувствуете, что принесли в Спартака? И по моментам, в том числе? Наверное, по моментам, да, у нас было преимущество, наверное, и по владению, и по территориальному преимуществу, но, наверное, в футболе счет всегда закономерен. Так получилось, что у соперника залетело все, у нас не залетало ничего, вратарь сделал несколько сумасшедших сейвов, особенно после удара Кнесси головой, но это футбол, так случилось. Можем винить только себя в этом. Спасибо, Павел. Спасибо большое.